Всем здравствуйте. Приехали с Александром засаженцами крапивы. Да, Александр? У нас крапива. Крапива, да не такая. Ходили здесь. И тут, в общем, загоны, похоже, были. Этот прибор экспериментирует. У нас-то вот такая же крапива примерно растет. А здесь есть еще вот какая крапива. Километров 16 от нашего дома. Вот сейчас мы саженцев накопаем и поедем домой. Вот она тут. Ее полно. Полно такой крапивы, да? Вот целая поляна. Ты что-нибудь полезное-то выкопал или нет? Я думал, кость отошел, думал, кость от мамонта. А оказывается, нет. О, у тебя путняя проволока-то. Вон 4. Который? Александр этот. Да копай тогда. Копай тогда. Так она вот. Дальше земля вообще не идет. Ты тоже пробовал, куда выкопал? На. Копаем, в общем, металл опять, Александр, похоже. А я монетку нашел. Монетку. Опа, говорил я, тут есть монеты. 51 год, что ли? Нет, 31. Их не фокусируется. Короче, 5 копеек 31 года. Потертая вся, правда. Ну чё, интересно. Интересно, интересно. Ладно, ищу дальше. Саженцев мы накопали. Александр куда-то упер. Не молчит, наверное, там уже клад выкопал. У меня, как обычно, золотой сигнал. Я клады сокровища ищу. Уже по колено выкопал. И все еще до сундука не дошел. Ладно. Ай-яй-яй. Тут сыро уже. Вон уже водичка может выступить. Место низина. Ладно, копаю дальше. Дошел, в общем, до воды. Вот уже вода выжимается. Место низкое. Вон там вода. Сапоги сейчас стоял, вообще засасывать начал. Я вылез. Давай искателям прозвонил. Вроде особо больше сигналов нету. Клад мой золотой оказался кладом железа. Килограмм они, наверное, около десятка весят, эти штуковины. Вот так вот. Это порадовало, такой объем. Ладно. Искать буду дальше. Туда еще далеко можно идти. Можно вон за Александром еще сходить. Сейчас, наверное, этим краем пока туда схожу. То, что нам выезжать назад. Вот так вот. Привет, Александр. Здравствуйте. Александр пришел у меня смотреть, как я монеты нахожу. Показывал ему. Вот сейчас нашел 5 копеек 32 года. И вот тут же недалеко. Она причем вся... А, блин, вот он объектив-то оказывается. Вся мятая, видишь, эти края, да? Как будто, короче, ее прострелили. Кто-то вот так вот держал. Так, бам! Дырка-то большая, как будто с пистолета с какого-то. В общем, вот такие находки. Еще где-то у меня одна монетка должна быть первая. Это 4 монетки я нашел. Вот. А вы нет, вы не золото. Они же желтые. Сейчас пойдем к Александру туда железо копать. Да? Давай, я тебя даже засниму.
Как ты клад ищешь? Александр, это ты что делаешь? Суслика копаешь? Ну? Он туда, да, спрятался? Ну, как-то херово посмотрел на меня. Ну, сейчас я тебя выкопаю. Ага. И что-то не получается. Сокровище, да, черное сокровище? Ну, везет у него железо. У меня нет у него железа. Видишь, вот оно все торчит. Кругом одно железо, да? Мы будем богаты, да? Смотря сколько космодрилов усердно. Я давайте помогать буду. Вот так как мы с Александром сегодня копнули. Александр уже бутылку воды выдал. Устал. Сейчас покажу, какая там у нас. И не знаем мы, то ли еще стоит копать, то ли не стоит. Рыли мы, рыли. Рыли мы, рыли. Вот так вот, вот примерно. Глубина вон там, он по колено. Слой пришлось снимать. Помаленьку, помаленьку, но насобиралось, да? Да. Так мы и миллионерами станем потом с ним. Ну вот так вот будем пробовать выезжать. Дорога плохая. Но мы, Александр сказал, не забуксуем. Да нет, наоборот, мы же весу добавили, она этот лучше пойдет. Так-то вот так вот нам прямо и домой, а мы поедем вот так вот, вот так вот, вот вот так вот. Четыре раза дольше, да, чем на коне. Но, да, на коне бы я раз напрямую и все, и дома через 40 минут, наверное. Ну все, всем пока. Прямое включение, едем мы домой. Вон там деревня соседнего района. И вот у них домашний козел, наверное, ходит. Рожки маленькие у него. Деревня причем не совсем брошена. Еще три семьи живут. Он смотрит, вроде к ним идти собрался. Там люди даже ходят, а ему без разницы. А, вон, ага, там дед идет. Я отвечаю. Не знаю. С карабином можно. С палкой? Дед с палкой. Ручного, наверное, загонять пошел в огород. Вот такая у нас косуля ручная. Вот он деда увидел. Ему пофигу, он говорит, я тут. Я, говорит, тут родился, тут и ж хожу. Еще говорят, и кабаны у них также ходят. Ну ладно, едем мы домой.